В китайском сафари-парке тигр решил устроить собственный автосервис. Вот только хищник не чинить машины задумал, а красть с них запчасти. Туристы остановились, чтобы полюбоваться белоснежным красавцем. Полосатый зверь некоторое время тоже наблюдал за людьми, а потом отправился инспектировать транспортные средства. Чем это все закончилось, смотрите сами. Автомобилисты остались без переднего бампера. Ай-яй-яй-яй-яй! 这糟了，这怎么办呀？